Браусёк – анонимный доступ к заблокированным сайтам. Сервис Браусёк предназначен для тех пользователей, которым при использовании интернета необходимо будет сохранить свою анонимность. Для использования этого сервиса необходимо будет установить одноименное расширение в браузер. После установки расширения в браузер будет скрыт ваш IP-адрес, интернет-трафик будет зашифрован. Будет скрыто местоположение пользователя, таким образом, Браусёк обеспечивает анонимность и позволяет обойти блокировки, установленные в какой-либо организации или на национальном или территориальном уровне, если какие-либо сайты были заблокированы, например, системным администратором, то при помощи расширения Браусёк вы все таки сможете открыть необходимые веб-страницы. Вы попадете на нужный сайт через сервер, который расположен в другой стране, ваш трафик будет зашифрован, а местоположение скрыто изменено, например, на сайты ВКонтакте или Одноклассники вы будете заходить, имея IP-адрес другого государства, используя для этого удаленный сервер. В Браусёк поддерживаются браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Яндекс, браузер Amiga и некоторые другие. К сожалению, в версии для браузера Firefox это расширение не позволяет менять местоположение сервера, установленного по умолчанию Нидерланды. Сервис Браусёк имеет такие возможности: срывается ваш IP-адрес, происходит шифрование всего трафика, будут обойдены блокировки. Расширение можно использовать на любом компьютере, это значит, что при включенном расширении, при посещении любых сайтов, будет скрыт ваш IP-адрес, ваше месторасположение будет заменено на сервер одной из четырех стран по вашему выбору: Нидерланды, Великобритания, Сингапур, США. Во время сеанса в интернете будет зашифрован весь трафик и будут обойдены блокировки на национальном уровне. Таким образом, вы можете открыть те веб-сайты, доступ к которым по каким-либо причинам был заблокирован в вашей стране или был заблокирован вашим работодателем. Вы можете установить расширение Браусёк на любой компьютер. Также на любом компьютере после запуска браузера вы можете войти в свой профиль, соответственно, после завершения синхронизации вы можете использовать все настройки своего браузера, в том числе и расширение Браусёк. Расширение Браусёк можно установить в свой браузер с официального сайта разработчика Браусёк.com. Браусёк. Anonymous access to blocked sites. Браусёк is designed for those users who, when using the internet, will need to maintain their anonymity. To use this service, it will be necessary to install the extension with the same name in the browser. After installing the extension in the browser, your IP address will be hidden. Internet traffic will be encrypted, the user's location will be hidden. Thus, Braosec provides anonymity and allows you to bypass the locks established in any organization or at the national or territorial level. If any sites have been blocked, for example, by the system administrator, then using the Braosec extension, you can still open the necessary web pages. You will get to the desired site through a server that is located in another country. Your traffic will be encrypted, and the location will be hidden and changed. For example, on VKontakte or Odno Kolesniki you will visit by having an IP address of another state, using a remote server for this. Braosec supports browsers Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Yandex, Browser, Amigo and some others. Unfortunately, in the Firefox browser version, this extension does not allow you to change the default server location, Netherlands. Braosec has the following features: breaks your IP address, all traffic is encrypted, lock will be bypassed, the extension can be used on any computer. This means that when the extension is enabled, when visiting any sites, your IP address will be hidden. Your location will be replaced by a server, one of four countries of your choice, Netherlands, United Kingdom, Singapore, USA.
during the session on the internet. All traffic will be encrypted, locks at the national level will be bypassed. Thus, you will be able to open those websites, access to which, for whatever reason, was blocked in your country, or was blocked by your employer. You can install the BrowsEK extension to any computer. Also on any computer, after launching the browser, you can enter your profile. Accordingly, after the synchronization is complete, you will be able to use all the settings of your browser, including the BrowsEK extension. The BrowsEK extension can be installed in your browser from the official developer site, browsek.com.